За жителей городов, в которых объявлен карантин, государство оплатит коммунальные услуги. Взнос на абонентские счета по 15 тысяч тенге ежемесячно полагается определенным категориям граждан. Это инвалиды первой, второй, третьей группы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьи лиц, воспитывающих детей инвалидов, многодетные семьи, пенсионеры с минимальной пенсией и менее, семьи лиц, погибших при исполнении государственных и общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полетов в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка, граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры. Для подачи заявления на частичную оплату коммунальных услуг необходимо с сайта Темиртауского акимата скачать бланк, разборчиво его заполнить, вписав ИИН, социальный статус и лицевой счет коммунального предприятия. Далее бланк нужно сфотографировать или отсканировать и отправить на почту отдела жилищно-коммунального хозяйства ОЖКХ /ПТ/АД@mail.ru. По правилам возмещения затрат населению акимат должен обеспечить перечисление средств на лицевые счета потребителей не позднее, чем через 5 рабочих дней. Стоит отметить, что время подачи заявок не ограничено.